Berlin. После выпуска новин у студии Данута Анчелевская. Добрый день. Не спаняется хваля насилия у Ирака. Торговый операцию километров от Багдада. Летела машина, припаркованная каля одного из ресторанов. Загинули 6 человек, 10 поранены. За последние 10 дней у Ирака в вынику серый нападу и выбухал больше 20 человек. Российские и польские специалисты представили две версии причины авиакатастрофы самолета в Смоленске. Что причины трагедии стали помойки.